русский народный блюз. Когда-то я здорово пел очень русский народный блюз. Теперь у меня молодая жена, она сказала: музыка тебе не нужна. А ведь я здорово пел русский народный блюз. Она, конечно, стерва, мама, в смысле жена, но я на нее молюсь. Я опять работаю сторожем, но теперь не пою на посту. Я снова работаю сторожем, мама, но теперь не пою на посту. Жена сказала: твой пост теперь здесь, помой посуду, приготовь поесть. Выходит, я и там, и здесь на посту. Но я не возражаю ей: мама, наверное, духовно расту. Забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой. Я великий, мама, ты знаешь, но я великий не мой. Фирма «Мелодия» выпустила мой золотой компакт-диск. Сама фирма «Мелодия» выпустила мой золотой компакт-диск. Жена пустила его в оборот, она все золото вставила в рот. Весь мой золотой компакт-диск. Она бы с этим не справилась, мама, но ей помог один мой знакомый дантист. Предательство. На моей малой родине мне хотели поставить бронзовый бюст. На моей исторической родине настоящий бронзовый бюст. Жена сказала: ты не икона, хватит себе бюста из силикона. А мне хотели поставить бронзовый бюст. Теперь, когда я обнимаю его, ее, мама, я задыхаюсь от смешанных чувств. Забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой. Я великий, мама, ты знаешь, но я великий не мой. Смотрит все сериалы, не пропускает ни одного телешоу. Она смотрит буквально все сериалы, мама, не пропускает телешоу. Тогда я выхожу из дома, мама, и веду себя нехорошо. Жена уехала в другой город, оставила мне ключи. Сама уехала в другой город, наверное, случайно оставила мне ключи. Я пригласил двух девчонок, я купил вина. Я включил телевизор, а там жена. Надо было оставлять мне ключи. Тогда я выключил звук, мама. Я сказал жене: не звучи. Забери меня, мама, забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой. У меня нет теплого пальто, мама, что я буду делать зимой? Эпилог. Жена сказала: она так и сказала. Она сказала: а еще она сказала: эту песню ты спер у БГ. Она так и сказала: эту классную песню ты нагло спер у БГ. Она же тупица непроходимая, она не слышала Боба Дилана. Эту песню я спер у БГ. Она же, извините меня, полная дура, она не слышала Гарри Мура. Эту
эту песню я сперу БГ. Да пока писал, baby, ты сдала свой ЕГЭ. Забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой. Ты лучше всех, baby, мама. Я хочу быть с тобой. Огромное спасибо, Миш. Следующий вопрос. Кто? Вот молодой человек в шляпе. Как тебя зовут? Паша Воронеж. Миш, такой вопрос. Но ты говорил как-то вот, что все-таки нравится тебе выступать таким составом, как Арбаком. Вот сейчас зреет что-то такое, какой-то такой проект, вот прям большой, на сцене на большой, там, с барабанами, с гитарами, вот все как положено. Вот, это вопрос. А еще можешь ли ты, если тебе еще не надоело, вспомнить такую замечательную историю про шахтера с лопатой? Ну и со всеми вытекающими.